Открытие нефтяного месторождения Тенгиз и крупные вехи развития и становления нефтегазовой отрасли Казахстана неразрывно связаны с именем Буликпая Сагингалиева. В Атырау прошли мероприятия, приуроченные к 90-летнему юбилею заслуженного нефтяника. Открытию месторождения Тенгиз предшествовала большая работа многих людей, в числе которых особое место занимает Буликбай Сагингалиев. Память о заслуженном нефтянике на стене дома в Атырау, где он жил со своей семьей, установили мемориальную доску. Я очень рад, что Эмбонефть, они не забывают тех людей, которые сделали очень много для нефтяников, для нашей страны. Это были настоящие патриоты. Я думаю, это замечательное событие, в первую очередь, наверное, для подрастающего поколения, чтобы они знали тех людей. Сегодня же в Атырау прошла научно-практическая конференция. Здесь говорили не только о современных проблемах нефтяной отрасли, но и о большом вкладе ветеранов-нефтяников в ее развитие. Участники встречи подчеркнули, что вся работа, проводимая сегодня, это продолжение труда первооткрывателей отечественной нефтянки. В этом году мы провели очень большие мероприятия по переинтерпретации и переобработке новых материалов и планируем уже буквально на следующем году начать большие геологоразведочные работы. В руководстве акционерного общества «Мбунайгаз» заверили, что имя каждого заслуженного нефтяника будет вписано в историю компании. Специалисты утверждают, новые открытия в этой сфере уже не за горами. Виктор Сутягин, Талгат Утигулов и Азирхан Уахитов, Атырау, Хабар-24.